Раскрась свой день яркими красками! А сделать это поможет новый челлендж Мультидо. Кто лучше нарисует, тот и получит приз. Никак не могу придумать, что же вам подарить. О, идея! Как вам эта милашка? Он прекрасен! Присядь тут, малыш. Мне так хочется потискать его. Я отдам его лучшей из вас. Начинайте. На этот раз я не буду расслабляться. Нужно добавить еще больше оранжевого. И еще. По-моему, получается неплохо. О нет! Я залила свой рисунок. И что же мне теперь делать? Придумала. Использую свое лицо в качестве холста. Но ты совсем не похожа на кошечку. Мне виднее. Не буду мешать. Тем более я знаю, как нарисовать идеального котенка. Спасибо моей руке. Мордочка готова. Осталось дорисовать тело. Теперь мелкие детали. Кейт, ты молодец! Я должна превзойти твой результат. И, кажется, уже знаю как. Какая красивая рыбка у меня получается. Только никому не говорите. Ого, время уже вышло. Давай посмотрим, что получилось у девочек. Вот моя работа. Мяу. Оригинально. Лили, это совсем не похоже на кошку. Я ничего не понимаю, зачем ты нарисовала рыбу? А у меня похоже? Вполне. Думаю, у нас есть победитель. Ура, спасибо! Что ты говоришь, малыш? Не понимаю, что происходит. Я меняю решение. Победила Лили. Так нечестно. Она вообще нарисовала рыбу. Я знала, что этот хитрый ход приведет меня к победе. Можешь подержать его, Кейт. Чуть не забыла. Это угощение для тебя, рыжик. Похоже, ему нравится. Какой милашка. Ой, забыл про вас. Исправляюсь. Фонтан из колы, круто! Я такого никогда не видела. Что ж, начинайте. За такой приз стоит побороться. Кажется, я уже знаю, как обойти конкурентов. Буду рисовать колой. Так получится максимально правдоподобно. Ничего себе! Гениальная идея! Но даже самый идеальный план можно разрушить. Что случилось? Осталось избавиться от Лили. Мои краски пропали. Ну вот, что же теперь делать? Придется рисовать тем, что осталось. Ваше время подошло к концу. Эмма, это же пустой лист.
Такое не подойдет. Зеленый фонтан тоже мало похоже на правду. А вот у Беллы отличная работа. Ты моя лучшая ученица. Молодец, поздравляем. Этот фонтан теперь мой, как здорово! Я ей немного завидую. Не переживай, мы тоже попробуем колу. Как здорово ты придумала! Кто-то пьет из моего фонтана. Понятия не имею, кто это. Ладно, попью колу в другой раз. Что на этот раз? Посмотрите, кажется, что-то крутое. Смотрите сюда, вас ждут вот эти пачки денег. Поверьте, вам их хватит надолго. И правда, на эти деньги можно купить очень много всего. 5-6? Тоже мне много, видели и больше. Время пошло. Значит, начинаем. Поверьте, эти деньги будут моими. Эти деньги мои, 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 только мои. Что же я натворила? Так эти деньги никогда не станут моими. Даже эти копейки лишними не будут. Что ж, мне помогут мои деньги. Ничто так не похоже на деньги, как другие деньги. Поэтому, думаю, мне еще может повезти. Что? А так можно было? Ах, деньги! Я буду богатой! Эй, а ну вставай! Ой-ой, точно! Пора рисовать! Видимо, я уже точно не успею ничего нарисовать. Девочки, время подошло к концу. Показывайте свои рисунки. У меня самый дорогой рисунок. Нет, так не пойдет. У меня ничего не получилось. Я вижу, как тебе не стыдно подсовывать это мне. Как вам мой рисунок? Ого, он просто шикарен. Вот и нашелся победитель, Эмма. Ура, я стану богатой. Из-за этих копеек богатыми не становятся. Прошу приготовиться. Держите эти миллионы. И не благодарите меня за такую щедрость. Ловлю, ловлю. Что? Это же не настоящие деньги. Да? Ой, ну зато посмотрите, какой красавчик там нарисован. Мне не нужны эти деньги. И только я не откажусь от этих денег, потому что на них мой любимый. Чем ближе к финалу, тем удивительнее подарки. Как вам такая корона? Она идеально на меня сядет. А я думаю, на меня. Совсем скоро мы это выясним, а пока рисуем. Красные камни отлично сочетаются с рыжими волосами. Я должна надеть эту корону. Таким жалким рисунком тебе точно не удастся этого сделать. Девочки, лучше отдохните, я все равно вас сделаю. Не испугала, Белла. Тем более у меня есть секретный компонент – блестки. Эта баночка мне больше не понадобится. Ты рано радуешься, Лили. Моя корона будет самой правдоподобной. Ну, наконец-то! Я уже устал ждать. У нас все готово. Посмотрим. Эмма, тебя мне нечем порадовать. А вот работа Лили поразила меня в самое сердце. Жаль, что рисунок Беллы не смог ее превзойти. Победила Лили! Спасибо! Я знала, что мои старания будут вознаграждены. Ты становишься королевой нашего вечера. Спасибо. Мне так приятно.
Я тоже хочу корону. Хорошо, что я сделала свою. Бумажное платье? Это точно не то, о чем я мечтала. Да, уж лучше бы ты не надевала эту корону. Я, пожалуй, не буду изменять своему стилю. На чем же нарисовать ваш новый приз? Придумал. Белый стол отлично подойдет. Поп-ит! Вы только посмотрите на него. Какая милая форма. От этих пупырышек нельзя оторваться. Ой, как прелестно. Ах да, чуть не забыл про время. Начинайте. А я пока немного расслаблюсь. Я снова пойду нестандартным путем. Так. Форма идеальна. Осталось добавить цвета. Выглядит так себе. Уверена, у меня будет намного лучше. Попробую рисовать голыми руками. Ух ты, это так здорово! Будто играешь в настоящий поп-ит. Извини, но это похоже на мазню. Мне кажется, или мое сердечко совсем не похоже на поп-ит. Придется как-то это исправить. Я знаю, что мне поможет. Этот значок – вылитый поп-ит. Нужно только немного его увеличить. Дело за малым. Переверну лист и обведу. Идеально. А теперь раскрашу. Я просто умница. Что? Время уже закончилось? Стоп! Согласись, это идеально! Точно мимо. А у меня? Неплохо. Но у меня ведь лучше. Ура! Я победила! Хотя нет, победила Мэри. Как Мэри? Почему? Ну тогда Лили. Или все-таки Мэри. Я запутался. Придумал. Просто брошу в вас попытом, не глядя. Он будет моим. Не надейся. Я его просто так не отдам. Очень увлекательное зрелище. Ого, неожиданный финал. Удивите меня призами. Господин ведущий, может, начнем? Так вы готовы? Тогда погнали. Какая милашка. Смотрите, за какую красавицу вы будете бороться. Ути, моя радость. Какая сладенькая. Я уже хочу эту собачку. И не только собачка тут невероятно милая. Вы готовы? Ой, что это? Фу. Это от меня, любимый. Это уже переходит все границы. Выглядит слишком мерзко. Пока это не зашло слишком далеко, время пошло. Поехали. Не забывайте, за что вы боретесь. Я хочу заполучить этого песика. Так, кажется, не у меня одной хорошо получается. Я получу собачку. Не страшно, это можно очень быстро исправить. А ну стоять, мой рисунок. Я знаю, кто это сделал. Какая жалость. Это еще не конец. Принесите мне еще одно полотно. То, что нужно. Учтите, рисую я прекрасно. Так, у меня довольно сильные соперницы. Но кажется, у меня есть план. Ваше время подошло к концу. Мы готовы. Посмотрите, меня еще и в рамке.
Ого, это же выглядит просто потрясающе. А как вам мой рисунок? Слишком он детский. Посмотрите на мой. Не понял, а что это такое? В общем, побеждает Сьюзи. Я знала, что одолею вас всех. Наивная. Пес не устоит перед моей косточкой. Иди ко мне. Что? Она на меня прыгнула. Снимите ее. Так нечестно, это я победила, не ты. Какой прелестный песик. Она такая милая. И моя, по праву. А мы начинаем следующий раунд. О, чемоданчик. Интересно. А в нем вы не поверите. Золотые слитки. Поберегите глаза, участники. Вот так-то лучше. В этом раунде придется рисовать с закрытыми глазами. Хватайте кисточки и начнем. Смотрите, как ребята задорно рисуют. Да, кое-кто немного измазался, но это не беда. Обратите внимание, что у каждого художника свой стиль. Но Зак муплюет. Так нечестно. Он подменил рисунки. А Джесс этого не заметила. Посмотрим, кто теперь выиграет. Неужели хитрый Зак? Да уж, в этот раз выбор не такой трудный. Ну, конечно, победил Зак. А вы рады за него? Да, пусть забирает золото. Но как же оно его преобразило? Он превратился в настоящего богача. Прочь скуку! Начинается челлендж! What? Что это в руках у Джесс? Ребята, правила просты. Кто лучше нарисует, тот и получит эту вещь. Лили старается изо всех сил. Рисует просто с бешеной скоростью. Да так, что бумага дымится. Эй, поосторожнее, а то придется вызывать пожарных. Зак тоже хочет участвовать. Да только карандаш не так-то просто взять. А Эмма нашла другой выход из ситуации. Пока все рисуют из последних сил, она что-то конструирует. Посмотрим. Окей. Ух ты, как классно получилось у Лили. Зак, это какое-то старье. А вот у Эммы получилось очень натурально. Это коробка для телефона. Но победила Лили. Пусть забирает приз. Но Лили не хватило ловкости. Тренироваться надо не только в рисовании. Поняла, глупышка? Вы будете в шоке от вашего нового приза. На этот раз вы соревнуетесь за эту золотую рыбку. Ух ты! Это еще не все. Стоп! Это не просто рыбка, она исполнит все ваши желания. Вот наглядное тому доказательство. Я наконец смогу попасть в сладкую страну. А я стану самой богатой. А я буду самой умной. Буду есть вечно. Обжора. Ой-ой, как неловко. Приступайте к рисованию. Let's go. Рыбка точно станет моей. Я должна победить. Я рисую лучше всех, так что победа в кармане. Ого. Ого. Так не пойдет. Рыбка должна стать только моей. У меня для вас тоже есть по рыбешке. Пусть у вас будут такие. Ах ты! Ты у меня попляшешь. Получай! Эй, вы что творите? Какие вы подруги после этого? Ничего, это еще не конец. Раз я не смогу заполучить рыбку честно, я заберу ее тайно. Yes, yes, yes. Что? Как ты посмела?
Что со мной происходит? Эй, верните мои ноги! Я не хочу быть рыбой! Так тебе и надо! Так нечестно! Верните мои ноги! Нечего было воровать приз! Кстати, пора выбирать победителя. Конечно, это должна быть я! Или все-таки я? Пожалуй, вы обе сегодня побеждаете. Ваши рисунки очень красивые. Рыбка исполнит все ваши желания. Здесь все подсужено. Так нечестно. Да ладно вам скучать. Тут, между прочим, брендовая сумка. What? Оказывается, Лили с ума сходит по брендам. Ребятам этого не понять, ну и ладно. Лили старается изо всех сил. Но все равно выходит плохо. А Зак не прилагает никаких усилий, и у него гениальный рисунок. Как так? Лили так хочет получить сумку, что пойдет на все. Интересно, получится у нее эта хитрость? Показывайте рисунки, ребята. Эх, Лили, как ты не старайся выдумывать трюки, а рисовать ты лучше не станешь. Рисунок Зака просто прекрасен. Эй, ребята, драка вас не доведет ни до чего хорошего. Эмма достает уже потрепанную сумку. Но Лили любит ее любой. Вот это преданность. Как же она счастлива. Да, нам этого тоже не понять. Кисточки убраны на полку, краски закончились, а неудачные дубли со съемок, к счастью, еще остались. Смотри их и улыбайся. До скорой встречи!